о предчувствиях, видениях и прочем. Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу какая-то немка Киргоф и Грек. До сих пор все сбывается, например, два изгнания. Теперь должно начаться счастье. Смерть от белого человека или от лошади. «Я с боязнью кладу ногу в стремя», — сказал он, — «и подаю руку белому человеку».